Всем здравствуйте, господа! Сегодня мы будем делать очень такой интересный расклад на моей колоде, где я работаю с ней на могилах. Вот. Сейчас мы будем делать такой расклад, кто на вас колдует и есть ли на вас магия. Я хотела давно сделать этот расклад, еще вчера, но была занята, он мне все приходил в голову и голову не отпускал мою. Вот, и вот этот расклад я сейчас его сделаю. То есть тут информация будет шоковая, я уверена, так что готовьтесь к тому, что вы будете слышать вот здесь. Но опять же, я настолько не хотела делать замечания и ставить некоторых женщин на место. Я хотела сегодня без матов, я хотела сегодня как-то лояльно пообщаться, но все-таки я поставлю многих на место. Немножко я простыла. Вот, кто меня не знает, рада познакомиться, но кто меня знает, не со всеми рада я больше сотрудничать. Так, смотрите, сейчас скажу, кому нужны мои личные диагностики, расклады, там вы узнаете более подробную информацию, обращайтесь ко мне на WhatsApp. Я всем, помогу, кто нуждается в помощи. Смотрите, вот у нас есть продавцы, да, женщины, а есть торгашки. Есть продавцы, женщины, культурные, а есть торгашки. Так какого вы хера, торгашки, возомнили о себе что-то в этой жизни? А? Торгашки. Я не поняла. Вы знаете вообще, кто я такая? И мне не надо, блядь, повышать тон! Овцы, блядь, ебаные! Мне не нужно повышать тон! Мразь, блядь, вонючая мразь, блядь! Ты торгашка, блядь, ебучая! И ты торгашка, блядь, тебе всю жизнь на рынке, блядь, работать и сдохнуть, блядь. Овцаёбка, блядь. Почему какие-то торгашки, блядь, вонючие, возомнили о себе кого-то здесь, блядь? Вы кто такие, шавки? А? Я спрашиваю! Кто вы такие? Вы чё, сявки, блядь, подзаборные? Не знаете, с кем вы разговариваете? Я тут вам не ваши, блядь. Таро хуйлота трансформации, либо какие-то тут хасроевы, блядь. Уничтожу, блядь, глазом не моргну, блядь, в землю закопаю. И мне похуй, что вы будете говорить и что вы будете делать. Фильтруйте свой разговор, блядь. Вы кого допрашиваете на раскладе, я спрашиваю? Кого вы допрашиваете? Вы, блядь, при жизни, блядь, увидите меня, вы, блядь, в глаза посмотреть не можете. Я ваш рот сотру весь с лица земли. У меня даже свеча, блядь, даже покойные, которые сюда пришли, в шоке, блядь, как я разговариваю. Я боевой маг вообще в России, блядь. Мне похую. Я ни одной торгашке, блядь, не позволю так разговаривать. Если ты сидишь и куришь, сука, блядь, день и ночь, блядь, пробухала свой голос, тварь, блядь. Вонючая, блядь. Тварь, блядь, ты как со мной разговариваешь в WhatsApp'е? Свинота, блядь. Какие-то торгашки, блядь, есть продавцы, а есть торгашки, блядь, всю жизнь им надо работать там, блядь, они сдохнут на этом базаре, брошенные, блядь, униженные мужиками, вам плюют, блядь, на головы, потому что вы швали, блядь. Это еще не все. Кто боится, кому не нравится, идите отсюда. Я боевой маг, и я высказываю все, что я думаю, никто унижаться перед вами не будет. Вот перед такими женщинами, которые пытаются, блядь, меня в разговоре как-то морально подавить, я сама уничтожаю. Что за вопросы, блядь? Вы чё, блядь? Если я заканчиваю расклад, я погадала женщине, я от души погадала, я рассказала всё, ты мне, сука, 50 вопросов, блядь, и с таким тоном, блядь, ты торгашка, блядь. Займись своей дочкой, блядь, которая родить не может. Сыном своим займись, наркоманом, блядь, который подыхает, блядь, на последнем исходе находится. А? Торгашка, блядь. Слышишь меня, ты? Овцаёбка, блядь. Свиноматка, блядь, выносила, блядь, своих детей, блядь. Голимых, блядь. Молись, а тебя никто не отмолит, блядь. Почему какая-то торгашня, блядь, будет мне что-то в WhatsApp'е, блядь, повышать тон? Я чё с вами на рынке работаю, а? Ты, сука, я чё с тобой на рынке работаю, сучара? Где тактика? Где уважение
если я младше вас, это не значит, что какой-то надменный тон должен со мной быть. Или какой-то должен быть со мной, там, я не знаю. Фильтруйте разговор свой. Есть продавцы, хорошие женщины, есть продавцы. А есть торгашки, торгашки, букашки, блядь, которые в жизни нихуя не добились этой. Они привыкли всех вот так вот, как, знаете, как гиены, блядь, набрасываться. Но со мной не получится. Я могу не только магически, физически разорву, блядь. Не нужно мне писать. И что это такое, когда я скидываю отчет вам о проделанной работе, вы меня спрашиваете, что это такое? Я ебала в рот все твое святое. Что это такое? Вот хоть на, стучи башкой, блядь, об стенку, стучи, сука. Ты не поймешь, что это, блядь, тварь. Потому что ты тупорылая тварь, блядь. Тупая, блядь. Торгашка. Ни одна пизда со мной не будет в грубой форме разговаривать. Мне похую, хоть вы из властей, хоть из хуей, каких вы выбежали, мне по барабану, блядь. Посмотрите на мои видео. Мне похуй, какие тут родовые якобы ведьмы. Я всех чернух уничтожу, блядь. Мне похую, кто за вас стоит. Я никого не оскорбляю. И это вы, торгашки, блядь, которые мне сегодня писали. Вам очень повезло, что в данное время, вот в таком эмоциональном состоянии, в котором я нахожусь и сейчас, вы не рядом со мной. Закопала бы, блядь. Как откупы оставляю, уничтожила бы, закопала бы, блядь. Я глазом бы не моргнула. Я не уважаю, блядь, свиноматок, блядь. Даже если они преклонного возраста, блядь. Со мной в надменном тоне, блядь, никто разговаривать не будет, блядь. Какая-то сявло, которая на базаре сидит. Есть продавец, а есть торгашка, блядь. Торгашка, блядь, которую родила сявка, блядь. Тебя такая родила и сказала, что... Наверное, тебя так учили, что... Я думаю, конечно, может быть, многие и будут бояться мне писать в WhatsApp, подумают, что у меня психика. Да, да, у меня эмоциональная нестабильность, я своего рода своеобразная, блядь, взрывная. Но люди идут ко мне за помощью, и я таким помогаю, многим людям. Мне не важно, кто будет работать, где, в какой сфере, хоть ты в морге работай, хоть ты уборщиком. Вот есть уборщики, женщины, да, действительно, которые работают. А есть, знаете как, я их называю, есть нормальные порядочные уборщики, а есть быдло, блядь, уборщики, которым надо взять вот так, блядь, и как въебать, блядь, веником по башке, блядь, чтобы они вылетели, блядь. А есть врачи, лечащие, хорошие врачи, которые любят свою работу и оказывают свою помощь. А есть шмары, блядь, в белых халатах, которые приезжали ко мне, когда перед операцией мне надо было. Вот так с государственной, блядь, и руки у них тряслись, блядь, от запоя, блядь. Они были на последние бабки, блядь, купили себе, блядь, алкоголь, я и то бесом дороже ношу откуп. И разговаривали со мной в таком тоне, блядь, когда я была больная, блядь. Я встала, блядь, и отпиздила их. А потом уже вызвала частную. Но есть и хорошие врачи в государственной, а есть твари. В частных мало встретите тварей. Людям есть за что работать. Их оценивают и им платят. Понятно? Торгашка, блядь. Я знаю, что ты меня смотришь. Ты торгашка, блядь, ёбаная. Очень опасно со мной в гневе встретиться лично. Убью нахуй. Кто хочет, продолжайте смотреть. Кто не хочет, не надо. Кому надо, останутся, блядь. Торгашки, блядь, вонючие. Еще допрашивать будешь меня? Меня чё, блядь? Менты взяли? Или чё, повязали меня в наручники, блядь? Я сижу в патрульке, что меня будут допрашивать? Я же отвечаю всем девочкам всегда нормально. Я же отвечаю всем девочкам всегда тактно, тактильно. Держу какую-то не то что субординацию, я открытый человек, я людям могу помогать. Но я же даю информацию. А если ты торгашка ёбаная, блядь, не поняла нахуй? Вышла, блядь. Вообще, блядь, с моего канала, блядь, с моего WhatsApp, блядь. Пока ты из жизни, блядь, не выскочила, блядь. Жизненной фортуны, блядь, в Мирнаве.
И то, что меня тут ведьмы, блядь, смотрят, которые там что-то на меня делают, что сдох, блядь, твой ребенок, блядь. Подох твой сын, блядь. Следующего отправлю. Все уже нахуй. Дальше. Хотите магическую войну? Я в бою никогда не проигрываю, блядь. Слово скажу, блядь. Человек завтра с инсультом в больницу поедет. Это я вот этим всяким ведьмам, блядь, которые пытаются что-то где-то как-то пролезть. Да мне похуй. На меня было нападение, я еще жду, блядь. Я жду вас всех здесь. Я жду, блядь. Только живыми вы не уйдете. Так, послание от мертвых. Сука, послание от мертвых. Послание от мертвых. Послание от мертвых. Почему я сказала послание от мертвых? Значит, что-то послание от мертвых будет следующее видео, потому что я хотела, кто на вас колдует, но значит и послание от мертвых должно быть, раз я это сказала. Окей. Кто на вас колдует и почему? Да, кто на вас колдует и почему? Кто на вас колдует и почему? Пробивают вашу защиту. Первое, что здесь пробивают вашу защиту. То есть, во-первых, боятся. Пробивают вашу какую-то защиту, которую вы ставили, да, делают какие-то вам оморочки. Сначала в церкви заказывают за вас сорокоусты, пробивают. Побаиваются вас очень многие. Очень многие вас побаиваются, боятся. Пробивают ваши защиты, пытаются их пробить. Тут у некоторых защиты работают, здесь ослабевают защиту, пробивают ее, знаете, потому что как бы, ну, боятся. Пробивают защиту, ее ослабевают, ее пытаются ослабить, ее пытаются как-то какими-то свечами в церкви. Тут пытаются что-то по фотке сделать. Давайте дальше, да, пойдем. Да, работают на безымянной могиле, то есть оставляют откупы. Здесь кто-то вам по заказу делает. По заказу делают. Но тут, понимаете, защиту для начала ослабевают. Чтобы прийти на кладбище, тут ослабевают защиту. Кто делает это? Тут ослабевают защиту. Знаете, это делает тот человек, который считает, что из-за вас умер сын. Это женщина. Сейчас, минуточку. Это женщина. Это женщина, которая считает, что да, умер, погиб ее ребенок. Тут у какой-то женщины мог повеситься ребенок. Кстати, могут через могилу самоубийцы работать. Через могилу самоубийцы могут работать с вами, да. То есть тут как-то, знаете, пробивают защиту, а потом уже работают. А потом уже работают с вами. Тут как защита, они ослабевают защиту и идут все-таки на кладбище. Но это по заказу делают. Кладбище, старое кладбище. Знаете, как работают на старом и работают на новом. Сейчас, наверное, кто-то испугался, то, что я тут, блядь, в начале видео, я чувствую страх. Но я адекватная, я не буду перед вами оправдываться, но если меня выведешь, я могу... Меня сами бесы боятся. Сущий на вас насылают, насылают на вас сущий, насылают на вас много чего. А мороки, тут мороки, 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 мороки. Смотрите, кому-то делают действительно на самоубийство, чтобы вы действительно, да, как-то попытались покончить жизнь самоубийством. Делают на вас это, и очень много кто. Это женщины. Тут, знаете, даже бывает такое, что делают
Вот знаете как, чтобы вы понимали, больше, наверное, из-за зависти, может, даже красоты, да, вот такого вот рода. Но тут как вот многие обвиняют вас в том, что вы как будто бы виноваты в смерти человека. То есть тут какая-то женщина считает вас виноватой в смерти ребенка. Тут работают и на старом кладбище, работают и на новом, где свежая кровь, свежие могилы. Но тут как пробивают защиту. И человек, который работает, ставит на себя очень хорошие защиты, делает очень хорошие на себя такие вот, может, даже рунические защиты, но делает не сам, делает через практика. Делает через практика. Да, на свежих могилах работает. Тут знаете, как работают в два счета. Тут даже могут работать два человека на вас. Тут очень много кладбищ, очень много могил. Здесь очень много таких, знаете, вот как желаний вас уничтожить. Тут работает как два человека, может быть, в сговоре. Делают хорошие подношения хозяину. Вас начинают мочить, извините. Вас начинают рубить. Вас начинают... Да, вас начинают много что. Это два человека как работают. Знаете, вот бесы насылают на вас сущности, но не могут их оставить просто, знаете, вот как до конца. Вот. Это может быть как подношение, знаете, кто-то делает еще через родственников своих, через могилу родственников. Что им подносят, что просят? Ну, тут и через бесов работают, и через каких-то своих покойных родственников. На смерть, да, явно. Смерть вам делают однозначно. Ну, женщина, из-за чего? Ну, как вот видите, кто-то, может, пытался фото в гроб подложить ваше. Вот. Хотели под порог что-то подносить, не смогли. Возможно, может, защита какая-то у кого-то стоит у двери под домом. Работали через фото, через старое кладбище, работали через, знаете, как вот свежее один человек, да, и другой на старом кладбище. Но как будто вот эти люди, знаете, они вот знакомы. Может, знаете, вас как будто бы вот заказали ведьме, да, она взяла какого-то своего помощника. Вот есть у ведьмы помощники, да, но вот тут идет такая информация, что это два человека работали. Даже вот не хочу такое говорить, но тут на детей, возможно, делали, на дочку делали. На дочку через хозяйку кладбища делали, подносили дары хозяйке кладбища. Вот как-то еще, знаете, негативно подселение негативное делали. Хотели, чтобы вы как-то с ума посходили. Но вы очищались, может быть, вы тоже пытались ходить на кладбище, но я не вижу, вы больше возомнили о себе ведьму, вы очищались, живая вода и мертвая вода, не смогли очищаться. Тут надо через практику очищаться. Неупокоенный ваш дедушка еще вышел, он пытается вам как-то сказать что-то, да, как-то рассказать через сны. Он вам снился, что есть на вас магическое воздействие, но вы как-то не поняли, что ли. Снился вам дедушка. Да, вы по заказу. Вы по заказу, вас заказывают ведьме. Вас заказывают ведьме, и ведьма делает это с помощником. Тут однозначно, да, и на детей могут делать. На детей могут делать. Через могилы... Нельзя, конечно, людей оскорблять, но знаете, вот как мне карты говорят передать, через могилы алкашей, да, вот так и говорят. Вот, у кого-то делали через барона Семедия.
через какие-то мексиканские, возможно, магии. Вы пытались сами. Ну вот, есть на вас какая-то защита, но смотрите, она не прям такая хорошая. Ее уже давно, скорее всего, пробили и поставили себе защиту. К какому-то колдуну могли обращаться, и он отказался, что ли, или понял, что вы не виноваты, отказался. Не все же маги плохие, а потом они все равно пошли. Это две женщины даже какие-то на вас колдуют. Маг-колдун отказался, и они пошли делать уже к хозяйке сами, потом опять к ведьмам, какую-то грязную на вас магию делали. То есть народ, чтоб рот ваш истреблялся, вы чувствуете какое-то безволие, апатию, на болезни. Слушайте, да, то есть вот тут надо очищаться. Возможно, как-то пытались, простите, ваши вещи, да, украсть, отнести, что ли, да, или же свои подбросить вам. Да, через дары работали, через, может быть, что-то вот. Понимаете, здесь нужно как бы очищаться. То есть я к себе не склоняю, что там приходить, то это, да, нет. Можете через своих каких-то ведьм очищаться, потому что многие, наверное, меня испугались уже в начале видео. Да, у меня характер взрывной, еще какая-то, блядь, торгашка ебаная будет тут, сука, склонять. Меня еще твоя дочка, блядь, тварь. Вот, ну, не могу успокоиться. Да, может, меня многие сейчас испугаются, мне как бы все равно. Я уважительно отношусь к своим клиентам, но я не боюсь потерять клиента, в принципе. Если есть какой-то страх в мою сторону, ну, мне все равно, такое бывает. Люди кого-то боятся. Это свойственно, мне нет, но некоторым да, мне нет. Вот, ладно, через дары кому-то пытались делать это все, да. А вы пытались тоже чиститься через перекрестки, а вы приворот вообще кто-то делал у кого-то, у какой-то женщины? Но вам пошла обратка. Либо же вы сами пытались, либо у какой-то женщины, но магия была неправильная, пошла обратка. Угу. Тут еще о той работе, которую вы наделали через могилу молодоженов, надо тоже как-то очищать. То есть, да, на вас есть определенная магия, и здесь работаю давно, уже на протяжении, может быть, 4-5 лет. Вот. Поэтому, да, здесь как бы нужно. Но смотрите, вот серьезная ли магия? Ну, конечно, она серьезная, это магия. И тут, конечно, лучше не медлить. Вы что-то пытаетесь делать. Я вижу, как чистится на перекрестках. Вы пытаетесь как-то воском. Что-то, может, и ножом у кого-то есть какой-то нож, да? Но это не атом, это что-то другое. Ничего у вас не получится, пока вы не обратитесь к ведьме, которая вам поможет. Потому что против вас работают серьезно, вы ощущаете атаки, кому-то подливали, возможно, мертвую воду под что-то, и ноги у вас крутят, руки крутят у вас. Вот. Вот так вот. Поэтому здесь, конечно, нужно очищаться. Кто-то недавно мог, ну, разбить зеркало. Это вам был такой знак своего рода, что пора. Пора чиститься. Сука, успокоиться не могу, блядь, из этих торгашек. Ладно, блядь. Понятно, да, что я сказала? Все, я была всех рада видеть на своем канале. Старых клиентов, там, новых, неважно. Я всех рада видеть. Хамов буду ставить, уничтожать на место. Вот. Кто испугался, боится и боится мне написать, ну, я скажу, не бойтесь, я человек адекватный. Может быть, эмоционально нет, тогда. Вот. Кто боится, дело ваше, мне все равно. Вот. Ну, каким-то торгашкам вонючим, сидящим на рынке, да, есть торгашки, а есть продавцы.
Вот. И есть настоящие женщины, понимающие, уважающие друг друга, и мы их уважаем. А есть торгашня, блядь, вот, которые, сука, надо мочить ходить, блядь. Еще голос какая-то собака, блядь, будет поднимать. Без роду, блядь, тупая. Все, всем благ. До свидания.